Нас водят жизненные цели, полюсов невидимый магнит. Души тех, которым мы успели, души тех, которым предстоит. В гороскопах чьих-то незнакомых быть последней самой из надежд. Трещины сшивать и переломы риском перекрученных судеб. С точками проверенного шага, за которой караулит враг. Как нам непрочно бытия бумага, если ты увидел это, брат. Давай, дружище, смотри внимательно, ошибки вряд ли исправит кто-то. Господь не любит спасать спасателей. У нас такая с тобой работа. Господь не любит спасать спасателей. У нас такая с тобой работа. Посмотри в заоблачные дали, где-то в черном космосе летят души тех, кому мы опоздали. Пусть они поймут нас и простят. Слева жизни праздничное поле, справа бездна смерти ледяной. Между них с веревкой мы с тобой под руками держим мир иной. Давай, дружище, смотри внимательно, ошибки вряд ли исправит кто-то. Господь не любит спасать спасателей. У нас такая с тобой работа. Господь не любит спасать спасателей. У нас такая с тобой работа. У нас такая с тобой работа. У нас такая с тобой работа. Я хочу спеть песню, посвященную Хизыру Тутовичу Войтову, Боре Тилову. Поднимите руки, кто знает, кто это такие. Вот, спасибо. Тем, кто Саше, Абу, ну и в общем всем прилюдным спасателям. Вот. Они говорят, знаешь, мы, говорят, вот иногда думают, что мы похоронная команда. Я говорю, нет, ребята, вы не похоронная команда, вы, наоборот, святые люди, возле которых приятно просто посидеть. Потому что от них исходит такая аура, что потом чувствуешь себя совершенно, совершенно по-другому. Вот в Москве я хочу две песни спеть, первая песня. Вот про них непосредственно, которую я написал лет, наверное, 10 назад. Я очень горжусь тем, что эта песня у них написана, напечатана, висит у них в Спасаловке.